Тихо, тихо. Прошу внимания. Зачем мы сегодня собрались? Столбов, без комментариев, пожалуйста. Собрались мы за тем, чтобы вместе порадоваться. Наш коллектив достиг значительной победы. Мы с вами вышли на первое место в районе, и нам вручена соответствующая грамота. Давайте похлопаем друг другу. Петров, достаточно. Попробуем задуматься. Почему именно мы отмечены этой наградой? Может быть, у нас были какие-то исключительные условия? Нет. Может быть, среди нас есть какие-нибудь выдающиеся личности? Тоже нет. Петров, извини меня, пожалуйста, но о твоих талантах я сейчас умолчу. Если мы оказались первыми среди равных, то не благодаря, а вопреки тебе. Итак, обычный коллектив в обычных условиях добивается первенства. Почему? Я думаю, причина ясна. Продуманная организация работы и отдыха плюс индивидуальные качества каждого. Вредительское отношение к инвентарю, круговая порука, зазнайство. Всем этим мы давно уже переболели. Больше этому не бывать. О, верно. А что, Козловскому не интересна наша беседа? Впрочем, я часто спрашиваю себя, а что вообще интересно Козловскому? Ну, давайте глядеть вперед. Пообещаем же друг другу, что и впредь мы будем высоко нести нашу коллективную честь, о которой не зря говорит пословица «Береги честь с молоду». Похлопаем еще разок.